23 сентября в Полтаве отмечают День города. Именно в этот день советские войска освободили областной центр Украины от немецко-фашистских оккупантов. На центральной площади города возле колонны славы проводится популярный среди молодежи конкурс караоке. Колонна, символизирующая орудийный ствол, была сооружена в начале 19 века на средства полтавчан в честь другой знаменательной даты – разгрома шведских войск Карла XII, которые два месяца штурмовали и расстреливали из пушек героически сопротивлявшуюся Полтаву. Сегодня, в канун 300-летия Полтавской битвы, памятник выглядит ужасающе. Юные граждане независимой Украины периодически корябуют на нем всевозможные похабные надписи, демонстрируя отличное знание государственного языка. От бронзовых барельефов отбиты наконечники стрел и несколько других фрагментов. С помощью монтировок неизвестные вандалы уже пытались выломать римские шлемы, но, не справившись, оторвали только лицевые пластины. Пушки, вмонтированные в основание памятника, уже давно стали чем-то вроде мусорных баков, заваленных объедками и битыми бутылками. Все это происходит уже несколько лет совершенно открыто на глазах местных властей и жителей города, который называют духовным центром Украины. Мне, как полтавчанину, стыдно видеть все то, что происходит сейчас в Полтаве. Вот это глумление над памятниками, оно является главным позором Полтавы. Полтава, которая могла бы на 300-летие Полтавской битвы покрыть себя неувидаемой славой, сейчас покрывает себя несмываемым позором. Это происходит изо дня в день. Нет того памятника Полтавской битвы, а по большому счету сама Полтава есть памятник Полтавской битвы. И все памятники, которые стоят в Полтаве, это один большой памятник, это элементы одного большого памятника. Они разрушены, они разрушаются, над ними глумятся. Периодически подвергаются осквернению и другие монументы, связанные с историей города. Вот так выглядит сегодня памятный знак на месте командного пункта Петра I и лагеря русских войск на историческом Полтавском поле. По словам представителей местной русской общины, акты вандализма стали особенно частыми и дерзкими именно в последнее время. За последние 10 месяцев в Полтаве было осквернено порядка 7 раз памятники именно русской истории, русской культуры. Был облит краской памятник Петру I, были облиты красками памятники Пушкину, памятник на месте отдыха Петра, оторваны детали памятников на месте переправы русской армии. Но вот эти вот факты вандализма, это не только факты вандализма, собственно, над русской историей, это факты вандализма над историей Малороссии, над историей украинцев, которые сегодня результатом действия вот подобных вандалов получается, люди без истории. Сегодня эти действия воруют историю Украины и ничего не могут предложить взамен, кроме сомнительных личностей вроде Мазепы. Сегодня изображение гетмана Ивана Мазепы есть в кармане почти каждого украинца в виде 10-гривенной купюры. Бывший соратник Петра I, перебежавший на сторону шведов, один из самых любимых героев президента Виктора Ющенко. Согласно его указу, в 2009 году Украина должна с размахом отметить 300-летие военно-политического выступления Ивана Мазепы и заключение Украинско-Шведского союза. Среди приоритетных задач – сооружение памятников Мазепе в Киеве, Полтаве, Батурине и на территории Шведского королевства. Присвоение его имени учебным заведениям, воинским частям, а также проспектам, улицам и паркам в украинских городах. Если в советское время официальная украинская историография по указке сверху рисовала портрет Мазепы исключительно черными красками,
то теперь в связи с изменившейся политической конъюнктурой также старательно изображает его бескорыстным борцом за свободу против московского деспотизма. Факты и события, не вписывающиеся в эту концепцию, как и при коммунистах, просто игнорируются или замалчиваются. В соответствии с новой генеральной линией, учебник истории Украины для 8 класса сообщает, что гетман Иван Мазепа поднял антиколониальное восстание против Московии. В ответ Петр I развязал террор против украинской нации и уничтожил гетманскую столицу Батурин, чтобы, как написано в учебнике, этим карательным актом запугать украинцев и окончательно их покорить. Об украинских городах и селах, сожженных шведами, о двухмесячной героической обороне Полтавы, о том, что гетман до своей измены лично отправлял десятки тысяч казаков на строительство Санкт-Петербурга, и о том, что никаких подлинных документов так называемого шведско-украинского союза просто не существует, в учебнике нет ни слова. Например, рассказывается о переходе на сторону Карла XII нескольких тысяч запорожцев и об уничтожении за это Петром I их сечи. Но ничего не говорится, что до этого сам Мазепа не раз предлагал Петру раздавить запорожскую сечь как гнездо мятежной черни. То, что сегодня в украинских учебниках совершенно ничего не говорится о зверствах шведской армии на Украине, это укладывается в политическую концепцию украинской верхушки, которая лошадиными дозами вкачивает инъекции ненависти в народ. Идет ставка абсолютно на конфронтацию, на то, чтобы забыт весь период дружбы между русским и украинским народом. В рамках программы по раскрутке имиджа гетмана-патриота в молодежной среде в Полтаве уже шестой год подряд проводится музыкальный праздник «Мазепа-фест». Он был организован для студентов и школьников одним из лидеров местного отделения партии «Наша Украина». По условиям фестиваля, кроме украинского языка, музыкантам разрешается петь на английском, немецком или польском. Запрещен только один язык – русский. Недавно по сообщению интернет-сайта «Обозреватель» украинский министр культуры Виталий Вовкун на заседании в Харькове публично назвал русский язык «собачьей мовою». Со сцены ведущие также призывают аудиторию говорить и петь только на правильном языке. Кроме прослушивания этнически чистых песен, в программу фестиваля входит также просмотр нового украинского кино. В частности, скандального фильма режиссера Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу», который вызвал шквал критики не только у нас, но и на Украине. В нем тонкому и мудрому Мазепе противостоит русский царь Петр I в образе законченного дебила и сексуального извращенца. Так, в первой сцене, которую мы по этическим соображениям не показываем вам полностью, пьяный Петр сначала насилует солдата Преображенского полка на могиле Мазепы, а затем крушит ее с воплями «Я тебе покажу незалежность». В эпизоде «Анафемы» Петр прилюдно мочится на чучело гетмана. Господу помочимся! Эта кинопошлятина вышла на экраны в 2002 году и, по сведениям местной прессы, стала самой дорогой картиной в истории независимой Украины. По разным данным, на нее было потрачено от 3 до 4 миллионов долларов. На свадьбе его попляшем!
В своих интервью режиссер Ильенко утверждал, что хотел развенчать мифы московской пропаганды. И что никакой Полтавской битвы, как ее описал араб Пушкин, на самом деле не было. Видимо, тем же желанием развенчать мифы руководствовалась и газета «Полтавский вестник», которая недавно опубликовала сенсационную статью о том, что мать Петра I переспала с грузинским князем, и поэтому на самом деле русский царь был грузином, совсем как Сталин. Сегодня у нас на Украине и, в частности, в Полтаве происходит процесс извращения детского сознания, сознания молодежного, сознания всей украинской нации и настраивания ее против России, против русских. Идет формирование некой системы управляемой ненависти. Начинается это все с первого класса, если даже не с детского сада, путем детских книжек, путем первых школьных учебников истории, путем продолжения этого процесса героизации предательства и так далее, во всех школьных материалах, на школьных уроках, по телевидению, по радио. И таким образом формируется некий образ врага. Сегодня один из самых амбициозных проектов Виктора Ющенко – создание мемориала памяти на месте бывшей гетманской столицы города Батурин. Как известно, после бегства Мазепы к шведам, оставленный им Батурин был взят войсками Александра Меншикова и сожжен дотла. По данным нынешних украинских историков, во время штурма погибло 14 тысяч человек. Европейские источники приводят цифру в 5-6 тысяч. Сейчас, по воле президента Украины, этот тихий уголок Черниговской области превратился в одну из главных стройплощадок страны. Виктор Ющенко лично инспектирует строительные и реставрационные работы. Из бюджета Украины выделены колоссальные средства на создание комплекса, посвященного жертвам Батуринской трагедии. В этом году фонд Симона Петлюры, созданный зарубежной украинской диаспорой, построил в Батурине Свято-Покровский собор и передал его Киевскому патриархату. Теперь здесь совершается молитва о гетмане Мазепе как мученике за независимость Украины и о всех убиенных московитами батуринцах. В апреле 2004 года от политической партии «Наша Украина» на месте Батуринской цитадели был установлен мемориальный крест высотой 11 метров и весом 50 тонн. Тогда же по инициативе Виктора Ющенко здесь было произведено символическое захоронение останков жителей города, найденных в ходе археологической экспедиции. Их сложили в небольшой гроб, который на рушниках был торжественно опущен в могилу, вырытую у подножия креста. Обряд отпевания совершили священники Киевского патриархата. Сейчас работы на месте Батуринской цитадели идут в авральном режиме. Подрядчики спешат. Уже в ближайшее время здесь должны пройти грандиозные торжества с участием президента Украины, во время которых будет открыт доступ в заново возведенный Воскресенский собор. По мысли Виктора Ющенко, он должен стать одним из главных центров скорби и национальной памяти для будущих поколений украинцев. В церкви Воскресения Господнего предусмотрено в подвальном помещении разместить так называемые крипты, в которых будут расположены наиболее впечатляющие останки жертв Батуринской трагедии 1708 года. Это разрубанные черепа, женские, детские, со следами пуль и также другими следами насильственной смерти. Под стеклом, а вверху в церкви будет естественный иконостас, где можно будет поставить свечу и помолиться за упокой душ невинно убиенных жителей и защитников города и крепости Батурина. Как ни странно, но дирекция Батуринского заповедника наотрез отказалась показать нам эти останки. Возможно, они составляют какую-то государственную тайну Украины. В качестве компенсации нам продемонстрировали картину современного художника «Уничтожение Батурина московскими войсками» и несколько фотографий с раскопок на месте собора Живоначальной Троицы. К сожалению, никто не смог назвать нам и точное количество останков, найденных в Батурине.
Возможно, вся эта секретность связана с тем, что за 13 лет активных археологических поисков украинским ученым пока так и не удалось найти здесь ни одного массового захоронения, подтверждающего цифру в 14 или хотя бы в 5 тысяч погибших. Тем не менее, Батуринская трагедия уже однозначно провозглашена очередным геноцидом украинцев, сотворенным бесчеловечной московщиной. Именно под таким грифом вышла в свет последняя работа самого известного украинского исследователя этой темы Сергея Павленко. Любопытно, что в качестве иллюстрации к рассказу о варварстве и жестокости московитов он использовал немецкие гравюры о пытках и казнях в средневековой Западной Европе. Любой желающий может увидеть эти же гравюры в фундаментальных работах русских ученых об истории телесных наказаний. Правда, уже с оригинальными немецкими подписями. Но автора это не смущает. Главное – подогнать исторический материал под концепцию геноцида. Между тем, хорошо известно, что Меншиков трижды предлагал гарнизону решить дело миром, чтобы не допускать кровопролития. Что штурм начался только после того, как полковник Чечель пригрозил содрать с живого Меншикова кожу, а по российским войскам и ставке князя был открыт артиллерийский огонь. В то же время авторы подобных исследований старательно обходят молчанием такие факты, как уничтожение шведскими карателями населения украинского города Терны, где они заживо сожгли в церкви несколько сотен укрывшихся там женщин и детей и перебили несколько тысяч мужчин. Этим жертвам Украинско-Шведского союза никаких мемориалов в сегодняшней Украине возводить не собираются. Видимо, неудобно перед новыми союзниками. Разрушение Батурина стало первым серьезным поражением шведской армии. Она не получила ни припасов, ни базы отдыха, на которые рассчитывала после мучительной дороги на Украину. Во многом из-за этого ее снабжение оставалось отвратительным в течение всей кампании. Я думаю, это был один из тех решающих моментов войны, который привел шведскую армию к ее закономерной гибели. Единственный дошедший до нас памятник старого Батурина – дом генерального судьи Василия Кочубея. Того самого, который написал донос Петру Первому о замышляемой гетманом измене. Петр, как известно, доносу не поверил, приказал схватить Кочубея и подвергнуть жесточайшим пыткам. После этого Мазепа добился выдачи ему доносчика и, заполучив его в свои руки, казнил вместе с полтавским полковником Искрой. Поразительно, но ни в одном из новых туристических путеводителей по Батурину об этой истории нет ни слова. Сообщается только о нежных письмах, которые престарелый гетман писал дочери Кочубея и своей крестнице Мотре, которую в конце концов и соблазнил, несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте. Видимо, история о том, как затем Мазепа казнил ее отца и своего кума, не вписывается в концепцию нового образа гетмана-патриота. Зато подробно сообщается об уничтожении российскими карателями, так дословно, резиденции Мазепы в Батурине. Делать из события Батурина какой-то эпицентр политической жизни – не историчный подход, потому что подобные события Батурину, к сожалению, имели место в ту очень непростую эпоху нового времени. И на Украине подобные ситуации были и в Умани в годы правления Дмитро Дорошенко, и, конечно, очень много аналогичных событий было со стороны поляков по отношению к украинским городам в годы правления Богдана Хмельницкого. И нельзя, с одной стороны, преуменьшать трагедию Батурина, потому что это страшный эпизод гибели множества гражданского населения, разрушения великолепного города и так далее. Но и делать из этого, представлять это каким-то небывалым явлением тоже совершенно неисторично.
Большинство российских ученых согласны с тем, что именно европейская образованность и постоянные демонстрации верности царю позволили Мазепе завоевать безграничное доверие Петра I. Но ему так и не удалось объединить вокруг себя казацкую старшину или завоевать такую же любовь большинства жителей Украины. После амнистии, объявленной Петром I, от него сбежали даже ближайшие соратники, в том числе полковник Галаган, который в знак верности привел с собой 1000 казаков и около 100 пленных шведов. Поначалу, когда русское командование узнало о том, что Мазепа изменил, это представилось серьезной катастрофой. Казалось, что вся Украина пойдет вслед за ним, но этого не случилось. Изменить православному царю – это было просто немыслимым в сознании простого православного человека. Во Вселенной был единственный православный царь, и ему давали присягу. И перейти на сторону шведских еретиков, протестантов, было немыслимо для простого человека. Поэтому большинство украинского народа не поддержало Мазепу. Что касается шведов, то для них, в отличие от России и Украины, проблемы Мазепы просто не существует. В главном музее шведской армии, в залах, посвященных Северной войне, нет ни одного упоминания об украинском гетмане или его изображении. Нет не только никаких документов, но даже и намека на существование так называемого Украинско-шведского союза. Зато есть рассказ об осаде и героической обороне Полтавы. А про поход Карла XII к сердцу России и Москве сказано, что он закончился таким же провалом, как последующие походы Наполеона и Гитлера. Не нашло поддержки у шведов и предложение украинского президента установить памятник гетману Мазепе в Швеции. Я думаю, очень опасно пытаться использовать памятники как инструмент для решения краткосрочных политических задач. Поэтому в Швеции к подобным идеям относятся без интереса. Для нас история – это прежде всего наука. Сейчас шведские археологи периодически работают на Полтавском поле, и это нам действительно интересно. Возможно, столь прохладное отношение шведов к Мазепе связано с одним очень некрасивым эпизодом, который произошел уже после перехода гетмана на их сторону. Когда стало ясно, что дела Карла XII на Украине идут не столь блестяще, Мазепа через посредника предложил Петру I выдать ему самого шведского короля в обмен на прощение. Заподозрив неладное, Карл XII посадил своего нового вассала под домашний арест, приставив к нему караул шведских драгун. Шведы даже запретили Мазепе выходить на улицу без их разрешения. В новых украинских учебниках истории об этих трогательных отношениях союзников, естественно, нет ни слова. Деятельность самого Карла XII в Швеции оценивают по-разному. Кто-то обвиняет его в авантюризме и гибели сотен тысяч невинных людей, кто-то, напротив, восхищается им как великим полководцем и неординарной личностью. Отставной полковник шведской армии Бернард Энглунд принадлежит к числу поклонников короля-воина. В своем загородном поместье он построил самый большой в Швеции частный военный музей. Среди его посетителей – шведский король и самые известные люди страны. А теперь я хочу показать вам главный сюрприз этого дома – мой музей. И сначала немного музыки. Это старинный военный марш. Это марш Карла XII. Большинство представленных здесь экспонатов связано с эпохой Северной войны и русского похода шведской армии. Оружие, форма, предметы быта, несколько редких бюстов и портретов Карла XII.
По словам Энглунда, все эти вещи он покупал на различных аукционах в течение всей своей жизни. Среди уникальных предметов – оружие телохранителей Карла XII. Для меня Карл XII всегда был кумиром, потому что он никогда не боялся быть впереди. Он никогда не прятался за спинами своих солдат, говоря им: «Идите туда и атакуйте», а всегда говорил: «Следуйте за мной, в атаку». Для меня, как офицера, это пример того, как нужно воспитывать своих подчиненных. В том, что поход Карла XII на Москву закончился для шведов настоящей катастрофой, Энглунд винит не только русскую зиму и рану короля накануне решающей Полтавской битвы, но и неадекватные действия перебежавшего к нему украинского гетмана Мазепы. Я думаю, что Мазепа серьезно обманул Карла XII. Он же обещал ему: «Я приведу к вам огромную армию. Мы войдем в мою столицу, где для вас уже собраны богатые припасы и сильные подкрепления». К сожалению, король поверил этому человеку. Но когда он увидел, что столица уже сожжена войсками Петра I, а вместо обещанной огромной армии с Мазепой пришло, кажется, всего около 3000 казаков, которых даже толком нельзя было использовать из-за их плохой выучки, он понял, в какую ужасную ситуацию он попал. Известно, что первоначально Карл XII планировал идти на Москву по прямой короткой дороге через Смоленск. Но тактика выжженной земли, примененная Петром I, вынудила его изменить планы и повернуть на Украину. Здесь он рассчитывал найти богатые припасы и переждать суровую зиму. На мирное предложение Петра Карл ответил, что подпишет мир только в Москве. Шведский король планировал расчленить Россию на 8 удельных княжеств, изменить ее государственный строй и посадить на русский трон польского короля. В успехе своего похода он не сомневался. В тот момент шведская армия действительно была лучшей армией Европы. Она не знала поражений, отличалась прекрасной дисциплиной и выучкой. В 1700 году 10 тысяч шведов под командованием Карла XII нанесли сокрушительное поражение 35-тысячной русской армии под Нарвой. The effectiveness of the Swedish army was due to its fighting tactics. Высокая эффективность шведской армии в то время объясняется ее особой тактикой боя. В основе этой тактики лежала жестокая и стремительная атака пехоты, самая жестокая и беспощадная в Европе. Сначала быстрое наступление, минимум стрельбы, потом мгновенный бросок и яростная работа штыками, пиками и палашами. Слепая уверенность Карла XII в непобедимости своих войск сыграла злую шутку не только с ним, но и с Мазепой. Решение гетмана перейти под руку нового покровителя было не в последнюю очередь продиктовано его уверенностью в неминуемой победе шведов. Что же касается Петра, то он, сделав выводы из нарвского поражения, не стеснялся учиться у своего противника. Петр ведь вот вплоть до Полтавского сражения учился. Например, что делают? Поймают пленных шведов. Ставят русских драгун в кружок. Приводят пленных шведов. Им дают оружие. Ребята, показывайте, как вы рубитесь. А мы смотрим и учимся, да? Вот на этом. Вот так вот, прямо в 1708 году такие операции происходили. Учитесь, смотрите, как надо. Вот. То есть надо учиться драться на равных. Ну, выучили. Шведы ведь не ожидали увидеть армию, которая может равноценно сражаться. 27 июня 1709 года русская и шведская армии встретились на огромном поле к северу от Полтавы. От предстоящего сражения зависел не только исход всей Северной войны, но и судьба русского государства. Избрав тактику активной обороны, Петр приказал построить перед русским лагерем 10 редутов на расстоянии ружейного выстрела друг от друга.
Они должны были рассечь порядки наступающей шведской армии и лишить ее главного козыря – внезапной и стремительной штыковой атаки. По оценкам шведских историков, численность войск Карла XII не превышала к этому моменту 22 тысячи человек. У Петра в распоряжении было 42 тысячи солдат и 102 орудия разного калибра. Шведы всегда уповали на свое великолепное владение холодным оружием, сокрушая любого врага штыками в рукопашном бою. А русская армия как раз нарастила свою огневую мощь. Русская артиллерия под Полтавой была очень многочисленной и отлично подготовленной. В то же время у шведов артиллерии почти не было, кроме четырех легких пушек. В 4 часа утра 27 июня 1709 года шведы пошли в атаку на русские редуты. Карл XII, получивший незадолго до битвы ранение в ногу, поручил командовать войсками фельдмаршалу Рёншильду. Проведенная им накануне беглая рекогносцировка местности обнаружила только 6 русских редутов. Но уже в первые минуты сражения выяснилось, что за ночь русские возвели еще 4. Это стало для Рёншильда полной неожиданностью. Первые 2 недостроенных редута шведские солдаты взяли сходу. Но дальше наступление застопорилось. Войска Карла XII попали под шквальный перекрестный огонь, а с фронта их атаковала русская кавалерия. Пришедшие на помощь своим пехотинцам шведские драгуны сумели оттеснить русских, но взаимодействие между наступающими колоннами было полностью утрачено. Шведские солдаты предполагали, и шведские офицеры, что будут атаковать только главный ретраншемент. Оказалось, им пришлось проходить через огненную решетку редутов. И потом сильным шоком для шведской армии это был, конечно, шквальный артиллерийский огонь, который был произведен русской армией перед шведской атакой. Тактика, избранная Петром в этом сражении, полностью себя оправдала. К русскому лагерю сквозь редуты прорвалось только 2/3 шведской пехоты. Оставшаяся треть под командованием генерала Руса отчаянно штурмовала один из редутов, но так и не смогла его взять. В результате сам Рус отступил, был окружен и взят в плен русскими войсками. В 9 часу утра шведы пошли в атаку на главные силы русской армии. Несмотря на убийственный огонь, им удалось потеснить один из батальонов первой линии и даже захватить несколько 3-фунтовых пушек. В этой ситуации Петр I лично повел в контратаку 2-й батальон новгородского полка. Брешь была ликвидирована, и теперь уже русские начали по всему фронту теснить шведов. Завязалась жестокая рукопашная схватка, во время которой в Петра попало 3 пули. Одна пробила шляпу, 2-я попала в седло, а 3-я в офицерский знак на груди. Последняя шведская атака была скорее жестом отчаяния. Она только на мгновение оттеснила первую русскую линию, но численное преимущество было на стороне русских. Между шведскими батальонами были огромные дыры, а русские стояли сплошной несокрушимой стеной. Обессиленные шведы уже не только не могли пробить эту стену, но и сами вдруг оказались стиснуты объятиями могучего противника. С этого момента в битве наступил перелом. Воодушевленная Петром русская армия буквально за полчаса перемолола картечью, штыками и палашами непобедимую до этого шведскую пехоту. Деморализованные солдаты Карла XII ударились в паническое бегство. В это время русским ядром разнесло в щепки носилки шведского короля, но Карл чудом остался жив. К бегущим присоединился и не участвовавший в битве гетман Мазепа. Победа была полной. На Полтавском поле осталось лежать почти 7 тысяч шведов. 3 тысячи попало в плен. Русские потеряли убитыми 1345 человек. Через 3 дня под Переволочной капитулировала и вся отступавшая шведская армия. Всего 16 тысяч солдат и офицеров. The result of Poltava for Europe
Результат Полтавской битвы ошеломил и потряс всю Европу. Он утвердил Россию на европейской сцене как равноправную, великую державу. До этого на нее смотрели как на отсталую примитивную окраину, а тут она разгромила самую мощную военную машину Европы. Это произвело колоссальный эффект на континенте. Сегодня мундир Петра I, который был на нем во время Полтавского боя, хранится в Государственном Эрмитаже. За 300 лет сукно практически утратило свой первоначальный цвет и из зеленого превратилось в синее. Вот шляпа, в которой император Петр I был на поле Полтавского сражения. Эта шляпа, как вы видите, сделана из простого черного фетра и даже не обшита галуном. Эта шляпа носит следы боя. Вот здесь, вот в этом месте, она была пробита шведской пулей. Интересно, что до революции в России никто не скрывал, что на стороне шведов воевало от 5 до 8 тысяч запорожцев. Согласно документам, шведские офицеры открыто возмущались их низкой дисциплиной, пьянством и бесполезностью на поле боя. Известно, что во время осады Полтавы Карл XII использовал мазепинцев как землекопов, носильщиков и дровосеков, из-за чего они несли большие потери. Поэтому попытки нынешних украинских властей отметить 300-летие Украинско-Шведского союза, по мнению большинства авторитетных историков, выглядят достаточно нелепо, а порой просто комично. То, что сделал Мазепа, это было предательство. Поэтому с какой точки зрения на это не смотри, он предал своего государя, государя, который его наградил, который, в общем, его приблизил, который, в общем, ему очень доверял. Поэтому предательство, оно никак не может расцениваться иначе, как предательство. Какими, в общем-то, благородными задачами или целями мы не пытались бы сейчас украсить это событие, этот факт, эти деяния. Поэтому каждый волен, естественно, отмечать то, что он считает для себя нужным и достойным, но есть факты, которые существуют, или она существует факт доблести населения и гарнизона самой Полтавы, которая защищалась от шведов, есть факт предательства Мазепы. В 1909 году вся Россия торжественно отметила 200-летие Полтавской битвы. На могилы русских воинов и к другим памятникам исторического сражения были возложены венки от всех властей Полтавской губернии. Император Николай II, посетивший Полтаву в эти дни, издал специальный приказ армии и флоту, в котором были такие слова. «Начало благоденствия и спасение нашей страны – победа, одержанная на Полтавских полях. Да почерпнут же в настоящем торжестве дорогие нашему сердцу армия и флот непреложную уверенность, что за временными испытаниями, ниспосланными свыше, всегда шествует в судьбах русского царства светлый день победы и воскресенье».